присоединяйтесь. Итак, друзья, всем здрасте. Сегодня у нас очередные пляжные новости из города Анапа. А точнее, сегодня мы будем вести наш репортаж с пляжа «Высокий берег», ребята. И вот судя вот по этим кадрам, вы сами видите, да, что популярность данного пляжа даже не уменьшается и зимой. Вторую неделю, ребята, в Анапе как бы зима. Ну как зима? Была бы она настоящая зима, а то это ужас какой-то, да. Ночью метет все, снег, метель, ужас, а днем это, ребята, начинает все таять. Кругом лужи, грязь, все ужас. Нигде по городу не пройти невозможно, блин. Никаких ливневок, никаких канав. Вообще, слово «канава» в Анапе не существует. Я не видел ни одной канавы в городе. Это представляете, какой дурдом? Это ужас. Это все бежит по улицам, по дорогам. В магазины затоплены, невозможно зайти. Это что творится, господи? И как бы в порядке вещей, все нормально, все хорошо. Я говорю, вроде бы и зима, и не зима. Было бы хотя бы так минус 5, минус 10. И было бы здорово, снежочек приполошил, и все хорошо. А днем это все растает, ночью опять начинает подмораживать, это гололед. Люди ходят, руки, ноги ломают. И печально, друзья. Хотя, как вы видите, многие не унывают, многим нравится такая погода, да? Ну, молодцы, конечно, ребята. Ну, я всю жизнь прожил в Сибири, да, и родился в Сибири, но вот таким вот подвигом пока, друзья, я как бы еще не готов, ни физически, ни морально. Не знаю, может быть, и стоит и попробовать, хрен его знает. Может быть, и понравится, вроде как говорят, и полезно, да. Температура сейчас воздуха 3-4 градуса, температура воды 10 градусов. Ну, как бы не ледяная, но и не теплая, не знаю. Как-то они с таким одушевлением и купаются, и хорошо им. Но пока, ребята, я не готов. Ну, и еще на сегодня важная новость, ребята, в Анапе. Ну, и как и по всему Черноморскому побережью, начали массово гибнуть птицы. Как бы гибнут они каждую зиму, но местные блогеры преподносят это как какое-то, не знаю, ЧП, происшествие. Якобы что происходит, травят чем-то птиц и так далее и тому подобное. Такое ощущение, что, ну, как бы из них никто не учился в школе. Ну, элементарные вещи, ребята. Птицы с севера на юг прилетают на зимовку. Прилетают, ребята, изнеможденные. Тут и так, как бы, и корма совсем немного, да, и как бы им так перекантоваться какое-то время. Но это все накрывает, ребята, видите, снегом на 2, если на 3 недели, то вообще ужас. И птицы опять сбиваются стаи и летят еще южнее. Сколько там? Еще 1000 километров им надо пролететь. Друзья, ну просто птицы изнеможденные. Им нечего кушать. Они просто умирают от этого. Вот попробуйте, да, вы 1000 километров пробежите, помашите руками, да, сколько у вас сил останется. Это, друзья, естественный отбор называется. Кто учился в школе, кто слушал учителя, особенно в начальных классах, а не смотрел в окно и девчонок за косичек не дергал, те это примерно понимают. Так что, да, как бы не было печально, ну, естественный отбор, есть естественный отбор. У людей как-то это попроще маленько, в социум тут какой-то более-менее, а у животных, да, выживают сильнейшие, ничего из этого не сделаешь, ну и не надо из этого делать трагедию. Такова природа, такая жизнь. Так что вот такие вот новости, ребята, на сегодня. Как бы и веселые, да, и немного грустные. Кому было интересно, ребята, поставьте лайк, подписочку не забывайте и пока-пока.